Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и я, Любовь Почерникова. Начался новый учебный год, а значит, самое время поставить перед собой новую цель и, например, всерьез заняться спортом. Преодолеть сложности выбора ивановцам помогли на фестивале единоборств. 16 спортивных федераций презентовали свои достижения. Гости праздника смогли не только посмотреть показательные выступления, но и получить исчерпывающую информацию о занятиях в той или иной секции и выбрать себе направление по душе. В ходе праздника заняться новым для себя видом спорта решили почти 200 человек. Все они получили месяц бесплатных занятий. А когда мы все объединяем, зрители приходят и могут выбрать бокс, борьба, карате, кудо и так далее. И, соответственно, поэтому важно проводить его именно в таком формате, когда все федерации вместе собираются, ну и, конечно, могут обменяться опытом и пообщаться, потому что это тоже, конечно, очень важно. Проект «Чемпион 37» переходит на новый осенний формат. Не переключайтесь, расскажем, где и какие мастер-классы, а также тренировки ждут горожан этой осенью. «Чемпион 37» – проект круглогодичный. Только теперь, когда велика вероятность неприятных сюрпризов от погоды, открытые тренировки перемещаются в спортивные залы. В ближайшую субботу в 12:00 начало тренировки на автокранах, в 14:00 в лицее номер 67. Проведение открытых тренировок в лицее 67 – это совместный проект администрации педагогического коллектива 67-го лицея и проекта «Чемпион 37». Именно они будут проводить у себя в своем образовательном учреждении так называемые такие активные субботы. И одной из основных частей этих активностей – это и будут как раз тренировки в рамках «Чемпиона 37». Не отказывается от проведения тренировок пока еще на базе Харинка по бегу, спорт. Комплекс «Олимпия», который будет проводить свои тренировки, также на базе парка Харинка, пока, наверное, скорее всего, не пойдут проливные дожди. Напоминаем, что для людей в возрасте есть специальная площадка в парке Харинка, где два раза в месяц проходят соревнования. На 6 сентября запланирован крупный турнир. Участникам соревнований в возрасте от 60 лет предстоит пройти ряд испытаний. Это отжимания, подъем корпуса из положения лежа, дартс, скандинавская ходьба и динамометрия. Мы приглашаем и желающих, потому что у нас кроме всех муниципальных образований еще будет 4 районные организации. У нас Октябрьский, Фрунзенский, Ленинский и Советский район также принимает здесь участие. И приедут где-то 3 команды еще с муниципалитетов. Второе – крупное поражение текстильщика. Сначала красно-черные уступили «Чайке», теперь – воронежскому «Факелу». Встреча завершилась со счетом 4-1 не в пользу ивановцев. Возможно, одна из причин такого крупного поражения в том, что вторую игру красно-черные проводят не в полном составе. В матче с московским «Торпедо» на 14-й минуте красную карточку получил Денис Фомин и выбыл на 3 игры. Без капитана команда игры с «Факелом» не задалась с самого начала. И мы вроде краим оборону. Ну, никак оптимальное сочетание не найдем. К сожалению, большие у нас вот, последние две игры, большие проблемы у нас в защитной линии. Единственный гол, забитый в ходе игры красно-черными, принадлежит Александру Радченко. Он в команде новичок, но успел себя зарекомендовать. Когда ты вырос, родился в Хабаровске, там не совсем в городе, 30 километров. С самого детства начал заниматься футболом, пошел в школу «Скайэнергия», на тот момент она была. И, наверное, дальше, как у всех, 10 лет школы, дубль, молодежная команда и команда основного состава. После, наверное, 2 лет, проведенных в Хабаровске, я уехал, катался 4 года по разным городам, играл в разных командах и возвращался опять же на год в Хабаровск. Теперь я здесь. Впереди у команды игра с Калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 8 сентября на московском стадионе «Спартак». Будем болеть! На этом у нас все. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья!